Друзья мои, всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас снова на YouTube-канале «Эсмеральда Серебро». Я прошу прощения, первая часть прервалась внезапно. Я не смогла ничего сделать, девочки, iPhone. Это что-то с чем-то. Что с одним у меня было, значит, история. Вот теперь сейчас началось, да, со вторым, прошу прощения. Аж уже просто, потому что там очень много информации, очень много всего, и мне действительно будет жаль, если что-то пошло не так. Ну и, собственно говоря, история дорогостоящая. А здесь у нас от чего идут такие линии. Я надеюсь, не будет вот это все. Поэтому я взяла другой телефон, мы с вами продолжаем. Мы остановились здесь как-то пообширней, пообъемнее съемка, да, идет обхват, так сказать. У нас с вами 180-я часть, мы с вами продолжаем. Остановилось, все прервалось вот на данной ниточке, да, с аметистов и с жемчугов. Я вам также показала сережки, ее цена 67 евро. В два оборота нельзя, друзья, потому что здесь будет без замочка, без застежки. Ну и коль скоро мы с вами пошли уже по ожерельям, в том числе, давайте я вам покажу сразу. Тяжелая артиллерия. Я надену вот эти великолепные серьги. Даже Флору видно там издали руку, потому что вот такой объем территории, такой телефон. Давайте я надеваю сережки. Сейчас я переставлю по-другому ракурс. 201 евро здесь. Родонит. Вот опять идут линии эти девочки, да, от витрины. Флора Йокрео. Yo creo, no sé, es que cuando lo pongo más para atrás, me lo pone líneas, es de la luz. iPhone está bien, no afecta. Yo no sé qué hacer, porque lo cuando empiezo, ¿sabes? Estas líneas que vamos a probar, bájalo, vamos a probar cómo es. Yo creo que así, yo qué sé, yo creo que así mejor. Creo que así, извините, девочки, настраиваю, потому что не хочу, чтобы вот эти линии, ребристость была. Yo creo que dejamos de momento así, luego voy a ver cómo... No, no pasa nunca eso, ¿no? No, es otro teléfono. Con iPhone no pasa, es otro teléfono, yeah. Otra calidad, es otra historia. Con iPhone sí pasa, cuando lo haces grabación de joya, ya empieza la luces. Pero... Девочки, рабочий момент. Но ничего, давайте продолжаем мы с вами, да? Я думаю, что так будет лучше, потому что хотя бы не будет прыгать, да, у нас с вами, и вы все увидите. Надела серьги. Следующее, немножко получится, да, такое видео, в общем. 382 евро, мои дорогие, но не в этом суть. Главное украшение, главное, вы их видите. Здесь великолепные цитрины, здесь великолепные кварцы черри. Марина, привет, моя хорошая. Марина спрашивала, говорит, Катюша, оно меня ждет. Давайте я его надену. Его цена 382 евро. 382 евро. Прыгает свет все равно, но ничего. Вот такое оно длинное. Мой рост, друзья, 1,67 м. Соответственно, можно расстегнуть замочек карабин. И можно, конечно, надеть все это в два оборота, что я и делала, что вы, в принципе, и видели до этого, да, ранее. С данными серьгами, я считаю, что великолепным образом. Девочки, даже если лето заканчивается уже у всех, хотя у нас оно еще в разгаре, даже если, как говорится, у всех уже настрой на осень, то следующее лето обязательно придет, обязательно будет. Поэтому я очень вас прошу, сосредоточьтесь и на этом сатуаре, да, на этом ожерелье в том числе, потому что мы уже заказывать повтор не будем, друзья. Мы это, соответственно, продадим. И все. И кварц черри поедет к своей хозяюшке. Здесь очень красивый тесненный эффект, вы видите. Красивые с переливом камушки, девочки. Вот так все это выглядит. Вот такая красота. Всем рекомендую. Флора, cuando puedes, pruébalo otra vez ponerlo. No, porque está otra vez lo veo líneas, девочки, segundo. Vamos a probar, porque otra vez lo veo líneas, yo no sé qué... ¿De qué luz me da este reflejo, sabes? Сейчас посмотрим, друзья. ¿Será la arriba? No lo
sé de, piensas de esto? Esto, no. Esto tú no has quitado. Esa otra. Esta otra, a lo mejor quitarla esta. Ah, tú refieres de esta, ¿no? Sí. Del centro. Sí. Puede ser, no sé, puede ser. Es que a veces viene, a veces... Я прошу прощения. Но никто не ожидал, что будут такие технические моменты. Просто. Сейчас попробуем что-то со светом сделать. Не хочу уже отключаться и по 125 раз начинать 125 частей. Девочки, промотайте все это. А ла мехор си, Флора? Девочки, лучше или нет? Я creo que sí. Gracias. Ох, ох и ах. Так, давайте, сережки. 201 евро, друзья. В одном экземпляре. Повтора иметь не будет. Серебро в лимонном золоте. Здесь сверху у нас с вами аметист. Здесь рутиловый кварц. И здесь родонит. Не тяжелые, девочки, серьги. Поэтому для тех, кто захочет, пожалуйста, пожалуйста, они ваши. Ай, хочешь как лучше. Хочешь как лучше, но всякое бывает, да? Всякое бывает, друзья мои. Снимаю данные сережки. Обратите на них внимание. Так, мои дорогие, давайте я вам покажу вот такую ниточку небольшую. 95 евро. В другой части тоже я вам показывала уже. Сейчас покажу более такой миниатюрный вариант. И надену маленькие пусетики. Секундочку. Еще бы застегнуть удачно. Девочки, что-то пошло не так. Мне уже смешно самой. Но вы не концентрируйтесь на этом, да? Вы просто повеселитесь. А вы смотрите украшения. И, мои хорошие, 63 евро золотые сережки. Золото, золото. Видите? Золотая фитюлечка и прессованная бирюза. 63 евро. Смотрите. Вот так они смотрятся, вот такие вот малышечки. Это не серебро в золоте, это золотые сережки. Окей? Золотые сережечки, 63 евро. Золото 18 карат. Вот так все это выглядит. Я думаю, что вы все видите, все заметно, как говорится. Хоть они маленькие, но все равно они очень миленькие. И они к этой ниточке замечательным образом. Вот такая бирюзинка. Золотая. Окей? Так, что дальше, мои дорогие? А дальше, долго останавливаться на этом не будем. Эту ниточку я сейчас сниму. Кто-то у меня спрашивал за эти ожерелья и за вот эту всю историю. Видите здесь, да? Такие как бочоночки, но не бочоночки, такая форма. Вот так это все смотрится. Вот так это смотрится. Давайте я еще надену одну такую штучку красивенькую. 465 евро. Это эспрессо бирюзы. Самая у нас такая дорогостоящая, наверное. Вот такой здесь замочек, вы видите. Это, естественно, серебро. И так как оно будет сзади, ну вот уже оно все ярко, ярко, ярко. Давайте я надену вот эти сережки, которые тоже остались одни, и мы их уже не будем, друзья, заказывать. 137 евро, серебро в лимонном золоте. Вот так это все выглядит. Cuando puedo pasar, me avisas. No, puedes pasar, si quieres, porque ¿qué vamos a hacer? Pásalo, pásalo, sí. Флора говорит, когда я могу пройти, ты мне скажешь. Я говорю, когда хочешь, тогда проходи. Если надо работать, сегодня, девочки, все вот так вот, кувырком, потому что и ожидаем гостей, говорит, все. И ожидаем гостей, и еще надо сделать ваши отложки, и еще надо ответить, и, в общем, много всего. Так что так. Вот такая красота. Вот они опять эти полоски. Я прошу прощения. Вот что? Как быть? Как быть? Как быть? Давайте вот так. Вот так, мои дорогие, да? Если что-то, какие-то технические моменты, я извиняюсь заранее. Вот такие сережки. Я вам назвала цену 137 евро. И, соответственно, все это замечательным образом смотрится
с данной ниточкой, да, ниточка, которая самый крупничок. Я вам в первой части, да, в небольшой первой части показывала вот это. Это тоже, конечно, ну, очень яркая история, поэтому обращайте внимание. Сережки больше заказывать тоже не будем, друзья. Мы, возможно, сможем их повторить, да, заказать, если кто-то закажет вот в приват, в личку, да, если мне напишет Катюша на WhatsApp, вот я хочу такие серьги. Чтобы вот вы их увидели в показе, я думаю, что уже хватит, насмотрелись, все уже то, что нужно было увидеть, увидели, поэтому мы с вами идем дальше. Вот так все это выглядит. Девочки, на нервной почве аж вспотела. Ваш покорный слуга. Вот так все это выглядит. 465 евро. Потому что хочется, чтобы все прошло хорошо, чтобы все было замечательно. Так, давайте покажу вот такие вот. Космические я их называю. Текстурное, великолепное, красивое серебро. В лимонном золоте продано. Было две пары. Вот это еще осталось, но у нас очень много кто разделяется, кто-то любит в золоте, кто-то в роде. В любом случае, это серебро не темнеет, 87 евро. Вот такой вот у них эффект, вы видите, да? Вот так все это выглядит. Так, и что я хочу надеть к ним? Ну, к ним можно надеть множество колец, вроде абсолютно подойдет все. Я сегодня достала вот это, друзья, кто захочет, то пожалуйста, 116 евро. Здесь прям вот тяжеленное, много серебра, весит очень хорошо, чувствуется, что весит. Я снимаю мои колечки и надеваю. Оно здесь будет на 18 хорошо. Но у меня такие пальчики, мне ничего не слетает. Вот этот у меня 17,5 прекрасно. На 18 тоже оно будет хорошо, девочки. Вот такое, такой эффект. И я достала браслетики вам. Пару-тройку браслетиков. Сейчас вы увидите, посмотрите. Один за 118 евро. У нас такой был в золоте. Продано. Это в серебре. Серебро в роде. На запястье. 16, 17, 18. Вот так он выглядит. И другой браслетик. Это уже на поменьше запястье. 119 евро. Давайте вперед рассмотрим с вами вот этот. У вас он будет выглядеть вот именно так. Очень хорошо с часами все это миксовать. Вы это все знаете. Наши украшения, с ними ничего не делается. Конечно же, нужно за ними правильно, девочки, смотреть. И ухаживать, и чистить. Как чистить, я вам рассказывала. Здесь вот так ручку мы с вами... Опс, здесь на запястье 14, 15, 16, не больше, девочки. Вот у меня 16, и уже как бы вот хватит. От того, что здесь шарики радированы с этими сережками замечательным образом. И вот такая здесь работа. Вы видите, да? Вот такие лапочки. Вот такие лапочки. Снимаю колечко, и у меня еще есть пару колец. Тоже по одному экземпляру, и когда это будет продано, это будет продано. Больше заказывать не будем. Здесь 151 евро. Ну, это вот как высокая ювелирка в золоте. Я вам уже его показывала, делаю повтор, потому что уже хочется продать, девочки. И, соответственно, все на этом тоже вы его не увидите. Повтора такого колечка не будет. Вы будете одна в этом кольце. Кто любит вот такое нечто, как алмазная крошка, как нечто под золото, вот это тот самый вариант. 16,5 его размер. 151 евро. То вы видите, да? Вот такая лапочка. И есть у меня еще одно волны-волны. Давайте я уже, так сказать, до конца. Тоже красивый вариант. Девочки, неразъемные кольца, больше-меньше сделать нельзя. 110 евро стоит, на мизинчик очень даже можно. Но что я вам хочу сказать? Для тех девушек, которые любят на мизинчик, то, пожалуйста, два на мизинчик. Ну, они полностью как золотые украшения, их можно миксовать. Там у меня золотой браслет, вы видите, полоска лимонная, белая. Абсолютно спокойно можно миксовать с золотом данные украшения. Небольшие размеры, все по одному экземпляру, повтора иметь не будет. Цену на сережку, на сережки я вам уже назвала, я вам сказала. Есть гриф дорадированные, вот такие вот струна, извините, 52 евро. Мягкая, под любой кулон будет замечательным образом, под любой кулон. Чтобы мне надеть, кулона я не подготовила, давайте я просто прикину, я вам показывала неоднократно, просто я напоминаю, чтобы вы знали, даже если просто эту струну надеть без всего, без кулона, то тоже смотрится прекрасно, вы видите, да?
конечно, с кулоном будет более ярко, будет больше внимания, уже совсем другая история. Но иногда ничего не нужно, потому что просто заполнить шейку. Вы это видите, да, друзья? Все. Давайте с вами теперь посмотрим следующий момент. Уже с вами эту линеечку договорим, так сказать, то, что я сегодня себе наметила показать. Девочки, вот такой комплектик. На самом деле, вы знаете, здесь опять хотел сказать золото золотое, но оно так и есть. Обратите внимание, кто, девочки, хочет что-то такое, нечто похожее на золото, либо миксовать с золотом. Вот такая цепочка и кулон 79 евро. Посмотрите, здесь очень мягкая работа, очень гладкая. Здесь высокого качества фианит, и который такая имитация под бриллиант. Почему, девочки, я это говорю? Потому что во многих фильмах, да, не секреты, в Голливуде в том числе снимаются актрисы не в настоящих бриллиантах. Они носят наши украшения. Ну, наши в том плане, что нечто такое, вот такие вот копии, которые очень напоминают бриллианты. Вот такая подвеска. Я, естественно, ее под шейку сделала, потому что у меня как бы платье, да, чтобы платье не опускать, хотя могу и опустить немножко, да, ну, чтобы вы видели. И вот такие сережки. Сережки сколько стоят? Сережки стоят, комплект в одном экземпляре, 96 евро. 96 евро и со всеми этими колечками, которые я вам показала до этого, прекрасным образом. Прекрасным образом. Вот так все это смотрится. Вот такая красота, девочки. Кто любит такого характера украшения, то, пожалуйста, welcome. Я с удовольствием, превеликим вам рекомендую все это. Шикарное украшение. Давайте еще вот такую я вам покажу. Это прелесть. Это просто прелесть. Потому что сейчас самый момент. Это как у меня, девочки. Я еще даже не выгуливала. Я сама за собой не успеваю. 237 евро. Здесь у нас с вами, правда, не в лимонном золоте, а в розовом золоте. Секунду, мои крошки. Так, давайте с вами поправим все это. Ну, здесь уже такой, скажем, тренд. Тренд, история. Такое нечто. Здесь шпинель. У нее очень красивый гранатовый цвет. Сейчас я надену, вы все увидите. Вот так, очень красиво смотрится, девочки. Красивая, нарядная. Тут у меня спрашивал про крестики, сережки, ушки. Вот они сзади меня. Это Илона меня спрашивала. Илона, привет вам огромный. Сегодня, я надеюсь, отсниму. Вот такая красота, девочки. Вы видите, да? Всем рекомендую. Но это еще не все. Потому что? Потому что есть такой же вариант. Я просто не буду его примерять. Здесь будет также в розовом золоте, но здесь уже потемнее будет. Нечто такое аметистовое, нечто такое. Сейчас вы все увидите, друзья. Смотрите, такая прелесть. Тоже 237 евро. Девочки, кто не ухватил, берите. Снимут с коллекции, потом уже все. Что здесь? Здесь у нас с вами, уже, так сказать, в ногу с модой, с трендами. По ощущениям, конечно, это как золото. Здесь качество зашкаливает. У вас это не будет портиться, у вас это не будет как-то выглядеть по-другому. Оно будет выглядеть именно так, как сейчас я вам показываю. Но кто хочет с малиновой шпинелью, кто хочет вот в таком варианте. Не будем останавливаться, потому что я уже вам это предлагала. Я помню, мы с вами уже это обсуждали. Девочки, в этот раз зашел крестик. Он зашел без тонкой цепочки, но там такая цепочка была. В принципе, можно на гривну триколор, который я вам постоянно показываю. Гривны, секунду, мои дорогие. Сейчас я ее достану. Мы с вами наденем, вы все это увидите. Я не помню, проходил у меня крестик или нет. Проходил, но мне нужно время. В общем, если гривну триколор, не буду терять время. И, соответственно, вот такой вот. Это из этой же истории. Хорошо даже брать двоечкой. Вот так он выглядит. 127 евро. Вот такая прелесть. Всем рекомендую, друзья. Всем рекомендую. Hola. Hola, dígame. Ay, ¿qué tal? Hola, Flora. Estoy probando zapato ahí. Tiene secundочку. Blanco. Carolina.
Tengo algo. A ver. Maldito. Давайте с вами выйдем. Бен. Думаю, надолго. Давайте с вами рассмотрим. Что-нибудь вам здесь покажу, девочки, пока. Пока зашла женщина. Я не пью ни кофе, ничего. Это у меня... Потому что не знаю, за что браться, друзья. Потому что когда летят гаджеты, а там ну, просто очень важно для работы. Это не самое главное, но работа это все-таки важно, да, поэтому... Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я уже купила всевозможную в айфоне память, которую, да, Эспасио, место для хранения материалов. И все что-то не так, все что-то как там... Девочки, сегодня видео метаний. День метаний. Не могу себя приткнуть. Женщина идет, улыбается. Не знаю, что мне делать. Закончить сейчас видео и пойдем на третью часть с вами, потому что, возможно, это надолго. Сейчас даже не знаю. Возможно, сейчас быстро женщина выйдет. Девочки, я думаю, что, наверное, я уйду на паузу, и мы с вами еще в третьей части увидимся. Будет сумбурно, но как есть. Зато это жизнь. Из песни слов не выкинешь, поэтому вот так. Хотели без монтажа, получайте без монтажа. Поэтому буду с вами прощаться, и когда уже, соответственно, увидимся в третьей части.